Сюрпризы, загадки и викторины. В Самаре стартовала акция «Внимание, первоклассник», цель которой — оказать помощь и поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, поступающим в первый класс. Гимназию, где мама и папа учатся. Меня там ждут много приключений и много интересного. Я хочу там узнать, как химичить разные зелья из бутылок, потом кормить людей, чтобы у них было бесконечное здоровье. Городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки проводит акцию уже 19-й год в рамках муниципальной программы «Самара детям. Мы разные, мы равные». Встречает аниматоры, играет с детьми, их приглашает на сцену, они читают стихи, все в шариках. Мы им подготовили сладкие подарки. С каждым годом все больше и больше уделяется внимание именно инклюзивному образованию. Но в первую очередь, конечно, подготовка учебных заведений. Мы делаем и пандусы, да, мы приспосабливаем личный пролет. Мы еще и обеспечиваем ноутбуками детей с ограниченными возможностями для того, чтобы они могли дистанционно обучаться. В этом году в городской акции примут участие 100 первоклассников с ограниченными возможностями здоровья. Часть из них поздравили в поселке Управленческий. Праздник прошел с обязательным соблюдением правил безопасности, а также применением бесконтактной термометрии. Я думаю, это необходимо для детей, для того, чтобы они все-таки сначала развлеклись, размялись немножечко и подключились, уже потихонечку начинают подключаться к школе. Мы даже еще не успели рюкзак приобрести, а тут нам такой подарок. Это очень действительно и помогает родителям. Остальные ребята примут участие в районных праздниках, посвященных Дню знаний, где также получат подарки. За время проведения акции «Внимание, первоклассник» участие в ней приняли более 4000 детей. Андрей Горгуленко, Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.